День добрый, дорогие друзья! Вчера делали видео Kubota X20 Saturn. Вот, расчистили. Сегодня почистили немного Yanmar AF17. Все подготовили, заводить начали. Он завелся, поработал буквально 3 минутки и заглох сам по себе. Расскажу, в чем причина. Трактора с Японии приходят на летней солярке. На улице минус 10. Хорошая японская солярка. Просто вот как вата стоит. Даже фильтр не видно. Видите, белая эта солярка. То есть приходится их в бокс загонять, отапливать, солярку менять, и тогда только видео делать. На данный момент мы вам сегодня показать ничего не можем. Будем загонять их в теплое помещение, менять солярку, а потом уже делать видео. Вчера погода была хорошая, всего минус 3. Минус 3 было, мы сделали видео заводки этого трактора. Видите, фильтр чистый, но уже начинается там потихонечку. Начинаешь заводить, и он выгоняет застывшую солярку уже на фильтр. И он буквально 3 минуты, и потом уже глохнет. Всем спасибо за внимание. Завтра сделаем видео, обзор одного из тракторов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. День добрый, дорогие друзья. Перед нами Yanmar AF17. Японский мини-трактор, 17 лошадиных сил, форте, 4 ВД. Сейчас по кругу пройдем. Управление фрезой, подъем-опускание, запоминание, газ ручной, тормоза сдвоенные, ручник, реверс, вперед-назад, скоростя. Состояние. До состояния. 354 наработка. Солярку поменяли, зимнюю залили. Фреза RSA 160. Состояние ножей. Состояние фрезы. Еще дополнительно насосик стоит. Они с рисовых полей выезжают, обмывают трактор. Двигатель глянем. Так, открываем. Вот, залили зимнюю солярку. Все хорошо. Он старт. Включено. Крышечка где-то дребезжит. Так,
ПТО выключаем. ПТО 3 скорости плюс реверс задний. Так, первое. Пониженная. И вперед. Вторая. Пониженная. Третья. Четвертая. Ну, вторую включим. Снег смахнули, стал вообще красавец. Сцепление повышенное. Повышенная первая, реверс наперед, вторая, третья. Ямар АФ-17. Еще по кругу пройдем. Кожух, состояние ножей. Третий месяц, 97 год. Шина Бриджстоун. Передняя шина также Бриджстоун. Третий месяц, 97 год. 6.00x12 размер. Состояние хорошее. Лес. Также Бриджстоун, родное. Третий месяц, 97 год. Так, поворотники просто отклеились. Подклеить надо. Ну, в контейнере, видать, зацепили. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. So fast, run away, you can't even look back. You carved out your name in my arms. Run away, so fast, run away, you can't even turn back.